Маус фикс? Тогда ладно. Фикс мыши? Ну да, там есть. Да если типа сенсу настраивает. Нет. Ну ладно, тогда нормально. Я просто скачал игру и играл в нее. Да, нормально. Вообще ничего не получилось абсолютно. То там есть ты используешь MouseFix, он тебе эмулирует стик, чтобы сенсу как бы угомонить в DS, а на стике нету этого, как вам? Как это называется? Короче, нету функционала мышки. Угу. И если ты используешь этот фикс, ты автоматически ничего не имеешь. Погоди, ты а не вот... сможешь типа ранить основные категории. Понял, понял. А вот тот самый каталист, например, он играет на компьютере или он играет на приставке? На ПК. Ага. С геймпадом. А, с геймпадом. Он, у него мышка и геймпад. А зачем ему и то, и то? Чтобы делать скипы. А, это необходимо? Ну, если... Можно, как я, короче, через клавиатуру пытаться что-то сделать, но у тебя выхлоп будет намного меньше. Блин, тут, конечно, обидно, у меня нету геймпада. Ну да. Ну тебе еще привыкать нужно. Привыкать к чему? Геймпаду. Геймпаду. А, ну да. Там... Тебе еще надо к инерции Dark Souls привыкать. Не, ну с этим-то я уже знаком. То, что если ты хочешь реально VR... А чё? Опа, опять. А, нет, всё нормально. Не, нормально. Подлагало? Угу. Потому что если ты хочешь VR, то тебе нужно после каждого конца бега менять оружие и ставить блоки, чтобы скипать анимацию набора скорости. Ага, ну как каталист, короче, так делает, нет? Наверное, да. Ну, наверное, да. Надо, говорю, выбрать один спидран хороший и по нему учиться. Мне кажется, каталистовский хороший. Можно, если... Ну, у тебя с английским вроде нормально, ты можешь просто даже зайти к нему. Не, ну я смотрю его стримы. Конечно, я слабо понимаю, как он трюки делает. Ну, конкретно вот этот трюк можно, на самом деле, у него спросить, конкретно это делать. Потому что гайдов, типа, нет. Я даже английских гайдов не нашел. Вот-вот, поэтому мне нужен твой гайд. О, отлично. Ты единственный гайдер в мире. Байт на гайд. Да, это я про New London, КФ, подашь клиент сразу. Ну, это не единственный там, еще много. Тихо! Раз, два, три! О, пацаны! Тихо, это VR, тихо-тихо. Все, побежали. Тихо. Видно, нет? Тихо. Да. Я чуть не умер от смерти. Понятно. Первый раз за день, который я увидел. Так, у меня сейчас есть 1 минута 20 секунд, чтобы добежать. И выйти из ловушки Джокера надо еще. Умудриться об гору. Что за хуйня здесь? Трава какая-то, подожди. Аккуратно. Из ловушки Джокера. Тихо. О, отлично. Найс. 1 минута. Да, это жестко. 1 минута, я не уверен, что я успею долететь. Типа, я не очень-то быстро лечу. Да успеешь, успеешь. Мне кажется, могу не успеть. Ну, забагойся. Тихо. Так, 30 секунд. А, нет, подождите. К 30, 50. А, нет, к... нет, не 50. 20, ой, 40. Окей, я по низу, короче, пойду. Типа, так, пацаны. Это мировой рекорд, кажется. Фух, нагриндил. Ура, кайф просто. Тихо. И 20 секунд осталось, но я уже в конце. И быстренько катсцену. Оп. Фух, поздравляю. Да, это жестко. Пацаны, это работает. Да, это супер кайф. 20 жестко. Секунд засейвлено. Мировой рекорд. Ура. Все, изи VR. Изи VR. Нет, не изи. Я считаю, что Бон Огурец очень помог. Несмотря на то, что это было сложно исполнить, это намного стабильнее. Несмотря на то, что я спал, но я помог. Нет, ты круто придумал.